Новосибирские капитальные пробки. Прошел ливень с градом. Причем такой страшный. Ну как страшный? Просто жесть. Размыло все. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас, как пойдем. Поедем, посмотрим, что у нас на центральных улицах. Океан! О, колодочки мокренькие. О, не тормозит. Колеса в воде. Не поедем. Тут тоже объездная неплохая. О, океан по фары, смотрите. Нормально. Вау, это надо видеть. Вообще, у меня машина-амфибия. А нет, вот машина-амфибия. Вот тоже неплохо. Оп-оп. Вау! Вот эта тема. Блин, 100 лет не было у нас дождя. Прям вот хорошего такого. Был какой-то такой, знаете. Ну, блин, чтоб столько воды вылетело из-под колеса. Я уже забыл. О, не тормозит. Вот здесь яма громадная. Год у нас ее не заделывают. Жуть. И что тут? Во все стороны пробки. О, толкают, застрял. У него там что-то под колесо попадает. У тебя там под колесо попало что-то? Блять. А, это какая-то зеленая фигня от троса. Ну да ладно, проскочили. Жесть. О, поехал вроде. Оторвал. Вот так вот
Вроде бы и дороги-то широкие, а? Широченные просто дороги, а у нас пробки. Вот как такое может быть, а? Кто мне расскажет? Вот что тормозить? Вот что тормозить, вы мне скажите? Капец. А, оторвался трос. Ну, я же говорил, там вообще какая-то лента. Вон она зеленая, под колесо попадала. Давайте поможем, за нами люди, поедем немножко сюда. Освободим дорогу. Ужас, ужас. Ух ты, какая яма. Оп. Оп-оп. Стоим, подождем. Подождем. Не, на машине красота ездить вообще. Прям красотища. Да, а на мопеде быстрее. Вот многие, блин, говорят, вот, машина круто, надо машину покупать. Да нафиг она не нужна. Это единичный случай, вот вообще реально. Блин, мужик. Мне тоже надо туда. Вот сейчас скорые будут вниз спускаться, там, наверное, пробеем. Как всегда. Четыре полосы, блин, пробки. Тут еще все с работы сейчас едут как раз. А я поехал сына вообще из садика забирать. Я чую, это долгая будет песня. Хотите постоять в пробке? Давайте постоим. Прикольно. Вроде на улице тепло, а показывает 9 градусов за бортом. Зато все машины чистые. Прям реально, там такой, блин, дождина была. Все машины чистые. А куда вы едете? Красный горит. Дождь прекратился, самое смешное, а пробка нет.
надо было ехать на машине, на мопеде. Блин, пусть мокрый, зато бы уже дома был. Да, единственное, что дома тоже воды по колено. Даже в туфли набрал, блин, пока из дома просто в машину садился. Решил я плюнуть все-таки, ехать домой. Да ну нафиг это, стоять в таких пробенях. Лучше быть немножко мокрым, но двигаться гораздо быстрее. Тем более бензин тоже не казенный, он сейчас очень дорого стоит. Дороже, чем в США, то есть мы Америку во всех планах перегнали. Поэтому, ну я так подумал. Я точно знаю, что я сожгу литров 5, пока доеду до сына. А на электрическом мопеде, ну, я сожгу, блин, я не знаю, может быть, ватт 50. Ватт 50, ну что там, может, 5 копеек или пол копейки. Разница вообще громадная. То ли бензин под 40 рублей литр, да, 5, 200, то ли там пол копейки сожгешь. Но немножко промокнешь. Да, это минус. А вот сейчас смотрите, вот просто стоишь, сидишь в комнате, тупо говоря, проще говоря, да, и тупо стоишь. Нафиг оно такое счастье надо? А когда ты тупо едешь, это гораздо веселее, чем тупо стоять. Не, ну блин, Новосибирск меня поражает вообще. Да, в принципе, любой город поражает. Вот как так? Вот вроде такие налоги громадные ввели, да, тем не менее все платят, плачут и ездят, тем не менее, да? Но, блин, пробки, они как были, так и остались. Что, сложно как-то сделать развязки, я не знаю. Главное, есть люди, которые просто тупо тормозят, все. А, и получается, если даже кто-то не тормозит, а пробки возникают, значит, плохо сделана развязка. Плохо отработаны светофоры, которые вообще, тупо говоря, днем, когда ты едешь, вот светофор загорелся зеленый, ты подъезжаешь, вот, я не знаю, метров 100, там, 200 проехал, и ты останавливаешься на втором светофоре, который загорается в этот момент красным. Были такие дни в праздничные, и зимой было такое, что когда ты едешь, с зеленого трогаешься, 40 км в час, ты доезжаешь до следующего светофора, он как раз с красного загорается зеленым. Вот это я понимаю, круть, но и пробок не было. Но тут специально создаются пробки, жечь топливо. Вот у меня по-другому просто слов нет. Блин, и дождь начался, самое смешное. Подумай, штаны еще раз постираю. Не, ну это вообще... Ну тупо жгем бензин, вот смотрите, тупо стоим и жгем бензин. В два ряда. В ту сторону и в два ряда в эту. Тупо все стоят и жгут. Ужас. Ужас. Неужели, блин? Прошло 10 минут. И тут какие-то люди додумали, что можно повернуть вот на эту улицу, куда мне и надо. Правда, я там недалеко живу, но они просто решили объезжать. Вот видите, оттуда едет очень много машин, которые тоже решили объехать эту пробку с моста. То есть тоже как вариант, это самый выгодный способ. А так как они едут сюда, и здесь еще пробка стоит, едет оттуда много,
Это говорит о том, что проще ехать обратно. Там вообще ужас какой-то. Вот у нас здесь тоже. Вот здесь я, кстати, пробил стойку. Вот здесь вот лужа с ямой. Где-то. Вот так же разогнался и четко попал в эту яму. Свободненько. Здесь все как раз объезжают ту пробку километровую. Хотя у нас здесь тупо дороги нет. Зато есть ямы, колдобины, выбоины, которые ни один год, ни разу, вернее, за это все время не пытались даже убрать. Даже грейдер здесь не проходил. Здесь, блин, просто и океаны, и я не знаю. Оп, оп. И все, ну нафиг. Это все дело на мопеде.